Рецепт спасения российской экономики от кризиса прозвучал на неделе из уст главы Центробанка. Ее нужно диверсифицировать срочно. То есть это именно то, о чем говорят в последние годы. Хватит мечтать о дорогой нефти, нужно развивать остальные отрасли. Рецепт очень не нов. Почему только сейчас озвучен, другой вопрос. Главное и правда прекратить ждать нефтяного ценового чуда. Ведь все основные прогнозы сводятся именно к тому, что нефть в ближайшие годы дорогой уже не будет. Ее небольшой рост на неделе выглядит скорее как рябь на нефтяной поверхности. Рынок перенасыщен. Мой коллега Кирилл Брайнин разбирался, как и на что жить тем, кто ждет поддержки от государства, чтобы справиться с тяжелыми временами. И оказалось, что это ожидание обоюдно. Плакат на стене полуразвалившегося барака заботливо призывает жильцов выключать электроприборы. Но другого способа согреться в карельском поселке Челна пока не придумали. Центрального отопления нет, а печки все потрескались. Дом давно признан аварийным, а его обитатели обещали расселить еще в прошлом году. Обещали вдова построить там, где-то за клубом. Ну вот, не знаю, будут, не будут. Еще неизвестно, но я-то не доживу уже. Обещанная новостройка пока даже без фундамента. Людям предлагают еще подождать. Республиканской столице Петрозаводске не лучше. Такие же деревянные бараки с тем же неработающим печным отоплением и до боли всем знакомыми обещаниями. Ну, говорят, что ждите, ждите. Как бы каждый год одно и то же. На протяжении с 2012 года, как программа начала действовать. Программа по расселению аварийного жилья действует по всей стране и в основном успешно. Но Карелия и Забайкальский край оказались в аутсайдерах. Этот дом в Чите признан аварийным еще в 2009-м. А люди как жили, так и живут в бараке, медленно уходящем под землю. В итоге программа по расселению таких бараков в Забайкальском крае выполнена на 13%. В Карелии едва дотянули до 11%. На совещании у президента министр строительства объяснял, почему. А это уже практически длится ежегодно, вообще с момента того, когда началась реализация этой программы. Ну, практически можно ее вообще саботированием называть этой программы. Секундочку, а да. Может быть, вы им денег не давали вовремя или в достаточном количестве? Нет, Владимир Владимирович, все перечислялось вовремя, и здесь никаких проблем нет. А куда деньги-то идут? Пока они остаются в бюджетах субъектов Российской Федерации. А как они объясняют вот такое положение дел? Тем, что не могут, по сути, администрировать эту программу. Разводят руками, Владимир Владимирович. Ну вот два таких региона. Дмитрий Анатольевич, у меня к вам просьба и к руководителю администрации президента. Я вас прошу тогда проанализировать дополнительно, что там происходит, и представить предложение, в том числе кадрового порядка. Обсуждали на заседании и программу поддержки малого и среднего бизнеса. Небольшим предприятиям сейчас особенно сложно, и возможность участия в госзакупках для них – шанс удержаться на плаву. Мы говорили также о необходимости обеспечить доступ к этим закупкам для малых и средних предприятий. Алексей Валентинович, что удалось сделать? Объем закупок, который был контрактирован для предприятий малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных, это порядка 490 миллиардов рублей. Почти полуторный рост относительно предшествующего 2014 года. Ну, нужно продолжать, нужно обеспечить дальнейший доступ малого и среднего бизнеса к этим закупкам. От сосисок до сырокопченой колбасы. Директор мясоперерабатывающего комбината Сергей Стенчиков говорит, производители сейчас сражаются буквально за каждый килограмм. Конкуренция на рынке серьезная. Государственные контракты Сергей заключает уже не один год. Процедура становится только проще. Мы обслуживаем муниципальные детские сады, школы, общеобразовательные учреждения. И с появлением портала стало работать гораздо интереснее. Он дает полную информацию, то есть ты можешь участвовать, выбирая по интерактивной карте, либо в своем районе, либо в каких-то удобных тебе по логистике. Мебель из этого цеха разошлась по всей Саратовской области и далеко за ее пределы. Стоит и в областной думе, и в МФЦ, и во многих детских садах и школах. Для детей, говорят, на фабрике нужен особый запас прочности с гарантией. И если в школе что-то случилось, что-то упало, что-то сломалось, мы берем на себя обязательство, независимо от срока, исправить, заменить
отремонтировать. Кромки обеспечивают надежность, антивандальное исполнение. Самое главное, дети же, ее можно угрызть зубами. Она не отстанет. О легендарной надежности грузовиков КАМАЗ знает весь мир. Вряд ли кому-то придет в голову в них что-нибудь погрызть, но эти машины выдерживают и куда более серьезные нагрузки. На этой неделе завод отметил 40-летие. На конвейере сейчас больше полусотни модификаций. Президенту показали и последнюю разработку. Почувствовать разницу несложно, ведь рядом самый первый КАМАЗ, который вышел из ворот завода в 76-м. Проделана огромная работа. Я хочу сказать, что мы всегда поддерживали ваше предприятие. И несмотря ни на какие сложности в экономике, вы знаете о них, мы будем поддерживать такое нужное для нас предприятие, как КАМАЗ, и в будущем. Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. От государственной поддержки зависят сотни рабочих огромного предприятия, как, впрочем, и те, кто трудится в оборонке по всей стране. Гособоронзаказ, говорили на совещании в Набережных Челнах, выполнен на 97%. Чтобы сохранять темп, заводы должны вовремя проходить модернизацию, а для оборонной промышленности Крыма действует специальная программа. Средства пойдут на обновление технологических линий, подготовку новых профессиональных кадров и повышение квалификации специалистов, занятых в крымской оборонке. Кстати, в целом, как смотрится по финансированию? Сколько там примерно объем будет? У нас рост объема финансирования, он идет даже не в разы, а в десятки раз. Но это не очень корректная цифра, потому что не было раньше вообще мало что было, так сказать, по заказу. Тем не менее, не помните об объеме? Точно цифра сейчас доложит у нас Бочкарев Олег Иванович. Олег Иванович, где? Сколько примерно? На сегодняшний день запланировано 10 миллиардов рублей до 2020 года. На крымские предприятия? На крымские предприятия в рамках ГПО ПК. Эта программа внесена в Минпромторг. Хорошо. Нужно внимательным образом за этим следить и обеспечить это финансирование. Нам и рабочие места там нужно сохранить, добавить что-то с точки зрения технологического развития. Там перспективы хорошие, люди хорошие. Нужно провести дополнительную подготовку кадров. Там есть над чем работать, вы это понимаете. Поддержку государства обещает и моногорода. Многие градообразующие предприятия сейчас оказались в тяжелом положении. В результате растет безработица. Правительство при этом настаивают на жестком соблюдении бюджетной дисциплины, чтобы не возникало ситуации, когда деньги регионы просят в последний момент, а потом еще и умудряются не осваивать заложенные в бюджет средства. Такого расточительства сейчас страна себе точно позволить не может. Кирилл Бранин, Ирина Близнюк, Игорь Казаченко, Руслан Мещеряков и Арсений Байбулов. Воскресное время. Первый канал.